Стоматологічні клініки, медцентри, служби доставки, кав'ярні, фітнес-центри та салони краси. Все більше соціально відповідального бізнесу мегаполісу долучаються до проекту «Карта харків'янина». У міській раді вони зустрілися з кураторами проекту і озвучили свої пропозиції і бачення, як і що вони готові запропонувати мегаполісу. Приємно, що в Харкові така ідея у кого-то родилась в голове и реализовывается. Мы с удовольствием поучаствуем. Есть возможность разным группам населения предложить различные скидки на различные услуги. Зараз до проекту «Карта харків'янина» долучилися сотню представників малого та середнього бізнесу. І це, кажуть, у мерії ще не межа. Мы получаем заявки, предложения на участие в нашем проекте каждый день. Каждый день к нам предприниматели говорят, как быть вашими партнерами, что для этого нужно. Они в шоке, буду говорить честно, от того, что мы открыты к диалогу, мы всегда рады сотрудничеству. Карту харків'янина, що допомагатиме суттєво заощаджувати родинам, отримають школярі, пенсіонери, співробітники комунальних підприємств та пересічні жителі мегаполісу, які мають харківську прописку. Карта матиме чіп, QR-код, на пільгових викарбують дані власника. Я очень рада за наш город, что в нашем городе реализовываются такие инициативы, разрабатываются. И действительно очень много социально ответственных компаний, которые заинтересованы в том, чтобы развивать наш город, чтобы помогать нашим жителям. Я, как владельца небольшого салона, готова тоже поучаствовать в этом. Я горд тем, что я харьковчанин, и очень мне интересно приобщиться к этой новой программе харьковской. Со своей стороны, что мы можем предложить? Мы можем предложить социальную поддержку и социальные цены для людей, имеющих карточку харьковчанина, потому что я считаю, что медицина – это основная социальная программа, то есть основное социальное направление, которое в первую очередь должно поддерживать наших граждан. Ну, особенно детей и людей пожилого возраста. Дети – наше будущее. Люди пожилого века всегда требуют какой-то социальной помощи и защиты. Презентація карток відбудеться вже незабаром, повідомили в офісі реформ Харкова. Картка харків'янина матиме і функції Е-тікет, хоча перелік її функціоналу буде дуже широкий, уточнили у міській раді. Леся Купелюк та Олег Синицький, Харківські Ізвістія. Главные новости Харькова – Харьковские известия. Комментируйте, ставьте лайки, дизлайки, подписывайтесь на канал. Смотрите и обсуждайте актуальные новости Харькова.